критичных ситуаций будет. Я думаю, что это задача так в ближайшие пару лет, в течение которых мы эту проблему решим. Я не зря спрашивал Кирилла. Необходимо это для Киева или нет? Вот. Да. Ну вот если один голос скажет нет, пусть это сейчас выйдет сюда, сейчас под камеру это скажет. Девочка, вы это скажете? Идите сюда под камеру. Чтоб вас лично не видели. Я думаю, после этого вам мало не покажется. Так? Одно дело там в крикере где-то в толпе, когда тебя никто не видит. А другое дело сказать под камеру, что все, что говорит премьер-министр, для Киева не нужно. Я думаю, что киевляне вас не поддержат. И вот ближайшие, кстати, как выборы, они покажут. Считают киевляне необходимым все то, что мы делаем? Или нет? А мы, соответственно, сделаем из этого выбор. Да, все понятно? Спасибо, Сергей.